Вообще-то ваши руки вам еще пригодятся, чтобы цепляться за свою бесценную жизнь. На пол! Всем лежать! Никому не двигаться! Никому лежать! Вы все покойники! Он все отстрелял. Где ты учился считать? Они пустили на эту штуку 5000 вольт. Что это за банк такой? Банк мафии. Похоже, Джокер и вправду такой псих, как говорят. Где этот спец? Босс велел убрать его, когда он закончит. Нам больше достанется. Забавно. Мне он сказал то же самое. Что? Нет, нет! Это куча денег. Если б Джокер был поумнее, сказал бы взять тачку побольше. Уверен, Джокер велел убить меня, когда мы погрузим все деньги. Нет. Я убиваю водителя автобуса. Водителя автобуса? Какого водителя автобуса? Уроки кончились, я за вами. Этот парень не поедет, да? Тут куча денег! А где все остальные? Считаешь себя умником? Тот, кто тебя нанял, сделает то же самое с тобой. Раньше у преступника в этом городе были хоть какие-то принципы. Честь, уважение. А ты? Во что веришь ты, а? Во что ты веришь? Я верю, что то, что тебя не убивает, делает тебя... страннее.